Смертная казнь не будет возвращена в России. Ответ Путина в ближайшее время, ответ Путина, мне кажется, достаточно определенно это дает понять. Путин дает сигнал, что он готов прислушиваться к такого рода консервативным настроениям и сам их отчасти разделяет и понимает, но по ряду причин, скорее всего, воздержится. Одна из этих причин связана с членством России в Совете Европы. Возвращение смертной казни будет означать, в общем, по сути, выход из Совета Европы либо прямой конфликт с этой организацией. Не факт, что это желательно для президента, то есть совсем нежелательно. Точнее, это может произойти лишь в том случае, если потребуется переключить внимание с каких-то очень неприятных для власти процессов, ну, тогда это может сработать, условно говоря, такой отвлекающий внимание скандал. Нужно или нет? Вопрос спорный. Нужно четко понимать, что смысл смертной казни – это не столько профилактика преступности, и здесь многие криминологи правы, говорящие о том, что важнее неотвратимость, сколько удовлетворение общественной жажды мести. Это правомерное чувство, на самом деле, жажды мести, и государство изымает у граждан, у членов сообщества право мстить кровью за кровь. Это один из фундаментов государства, монополия на легитимное насилие. В этой ситуации оно должно взять на себя бремя, осуществлять эту месть самостоятельно. Либо поднять общество на такой уровень, когда оно, в принципе, будет свободно от идеи и жажды мести. Мне кажется, наше общество не на таком уровне. Поэтому смертная казнь как институт имеет смысл.